Всем доброго времени суток, дорогие друзья! У нас сегодня на повестке дня очередной игровой день в киберспорте, в танках онлайн. И сегодня у нас просто безумный матч. Играют такие команды, как Аврора против Хомис. Данный поединок будут комментировать я, майор Кэмэл, моя напарница Бисхаус, а за картинку отвечает Даллас. Дарина, здравствуй! Ну что ж, добрый вечер, майорчик, ну и, конечно же, добрый вечер, чат. И так, как и было сказано ранее, Аврора против коллектива Хомис. Матч должен быть, конечно же, красочным, потому что до начала матча мы уже с некоторыми людьми поговорили и сказали, что это приблизительно равные команды. По картам, первая карта будет отыгрываться песочек, далее мы увидим сандал, и если повезет, а я думаю, что повезет, мы увидим еще и третью карту, и это будет Иран. Ну что ж, коллектив у нас в сборе, перезаход уже был от судей. Ну и будут сейчас они бороться за первое выпадение овердрайва. Но я предлагаю тебе и мне представить команды. И начну я, пожалуй, с Аврора. Итак, играют у нас Дольче Габбана, Бон, Сетсмайл, 3F и ГГВП. Коллектив непосредственно Хомис. Это Кортисол, Хоуми, Спейн, Лук и Филадельфия. Я рад, знаешь, почему я рад? У нас очень много в этом киберспорте появилось много команд, а вот именно данные ребята уже, я их застал, поэтому я наблюдал за ними, поэтому я немножко могу как минимум рассказать за некоторых персонажей. Начну, наверное, с Хомис, непосредственно с Кортисола, это тот самый покоритель Red Alert, оспаритель сильной стороны. Мне сказали, что он сегодня будет играть на Викинга Молоте, и мне сказали то, что я настоящий хейтер данной сборки, да. Посмотрим, как будет исполнять Кортисол. Наш коллега, между прочим, играет, поэтому будем мы наблюдать именно за ним. И, кстати, это важный сетап. У нас начинается первый раунд, и вот она коробка, кстати, на центре, дропается Кортисол. Так, пока никто не пытается, выехал вроде бы как матрас ГГВП. ГГВП, еще нужно немного пожить, здесь выживает, между прочим, много HP есть, бонд на овердрайве. Ай, как больно, Дольче Габбана говорит, здравствуйте, по Спейну, Спейна там должны просто сейчас искоренить. Коми остается один, на рельсе он мало чего либо придумает, Сетсмайл здесь на деф, хорошо, с плашами на страйкере откидывает, Коми улетел, и вот уже первая доставка. Да, очень легкая доставка произошла именно для красного коллектива. Там Дольче Габбана на самом деле никто даже не мешал. Ну а Сетсмайл, кстати, тоже бывший наш коллега, скажем так, отлично задефал. Ну и, собственно, все. На этом первая доставочка оформлена 1-0 в пользу красного коллектива Аврора. Ну что ж, а у нас продолжается матч. Идет уже перестрелка. ГГВП будет бороться у нас с вражеским крусейдером. Тот накидывает урон. ГГВП теряет аптечку, остается буквально на пол хп, но аптечку ему только сейчас решили сбить, но не до конца. Поэтому сейчас его уже добьет игрок Лок, который отыгрывает на паладина рикошете. А с другой стороны, у нас очень хорошо устроился красный коллектив в контейнерах. 3F у нас занимает свою позиционочку и довольно неплохо начинает накидывать по вражеским соперникам. И кортизол сейчас будут уже выносить, которые находятся на центре. Вот Сетсмайл его уже как бы и добивает. Ну все, скоро у нас будет еще очередное выпадение овердрайва. Это коробки, которые у нас падают на центре этой карты. Ну и пока что увозов никаких нет. Но что-то мне подсказывает, оно не за горами. Действительно, все может быть так, бот в карманчик прям прячется конкретно. Вопрос такой, почему Сетсмайл бывший коллега, он же был у нас, все уже ушел что ли? Ну, пока что да, но мы надеемся на самом деле, что он вернется, потому что таких операторов на самом деле не забывают. Вот, да. Поэтому, Сетсмайл, мы тебя обратно ждем. Да, дружище, мы надеемся, что он посмотрит эту трансляцию. А ну-ка, ГВП, шарик, и удачно, кстати, забирает овердрайв. Шарик не самый лучший, но это было сделано для того, чтобы забрать коробку на центре. Окей. Также, да, еще добавлю немножко про Сетсмайла. Я люблю его величать как не только командного игрока, и рассказываю, наверное, каждый матч, когда я попадаю на Седика Смайлика, что это еще и талантливый соло-игрок, и он сражался с топовыми игроками по типу Врукса в 1-на-1, да, режиме. Поэтому, опять же, повторюсь, этот игрок талантлив не только в командном режиме, но и соло. Дольче Габбана, есть шарик, есть нападение, айшот! Да, это был, по-моему, от Хоми, великолепно. Дольче Габбана отваливается. Коми порешал здесь данный вопрос. Если бы не он, я думаю, там бы выживали еще плюс шарик, и долго бы пришлось убивать Дольче Габбану однозначно. Но Треф уже тащит, и никто его пока не останавливает. Вот он Дольче подъезжает, ультимативная паладина, готовятся они на конвейер, что ли, мне так кажется. И действительно, там тимвай происходит, еще Кортисоли должны наказать, наказывают Корти. Коми опять же отваливается, просто вакханалия полнейшая. И мы наблюдаем трюк, который я люблю называть... трюк от Team Pointers, то есть два флага буквально за 30 секунд они вложились. Браво, великолепно, 3-0.
Пока что времени достаточно именно для карты песочницы, так как на песочнице вообще может происходить просто невероятные вещи, и камбэки бывают также разные. Сейчас у нас есть кортизол, который прожимается в дефе своих соперников, правда, остается меньше половины хп, будет подхватывать, но нет, все-таки его добивают. Но там на самом деле мне не понравилось прожатие, так как он прожимался в соло и мог бы дождаться как раз-таки попадения овердрайва, который сейчас именно коробка летит, и надо постараться ему забрать. Возможно, даже ему и повезет, ведь нету никого, чтобы забрать эту коробку. Два овера было выпущено от синего коллектива, там Кортизол вместе со Спайном, но никто не может подобрать флаг. У нас лоб не получается у него ухватить данную тряпочку, как будто он ее не видит. Кортизол все-таки подхватывает, везет, остается на тычку, теряет аптечку, и вот уже Бонд его будет добивать, и флаг будет возвращен. Не очень была реализация именно от этого коллектива, хотя по задумке должно было пройти все гладко и хорошо, но мне кажется, там Паладин немножко замешкался. В любом случае, увоз не произошел. Ну и сейчас будем ждать ответочку. Да, согласен, не очень хорошая реализация, но очень хороший спаун от Бонда на самом-то деле, как мне показалось, что прям близко-близко возродился данный игрок на Викинга Молоте и дал прикурить, скажем так, Кортизолу. Так, хорошо, наблюдаем, пока что немного зажаты ребята, хотя нет, как раз таки 50 на 50 сейчас разделена карта, оба коллектива заняли у нас карманы. Так, там Дольче Габбана с одной стороны. Вот уже убили, кстати, Филадельфию. Вот он, Сет Смайл. Так, лоу HP, нужно бэкграундить данного персонажа. Или кому-то Лука убивает, все же, Кортизол, лоу HP, Бонд. Нужно проживать овердрайв, и тогда, я думаю, это будет 100% удачная доставка. ГГВП, так, едет на матрасе, оставляет под Дольче Габбану, дабы зарядить ультимативную паладину. И должен он ехать, нету ничего и никого, кто бы мог остановить этого паладина. Просто 4-0. Происходит какая-то жесть. Слушай, но скидка, опять же, да, Дарин, на первый раунд, наверное, идет, я так понимаю. Определенно. Делаем скидку, сделаем вид, что это был разыгровочный раунд, как обычно я люблю это говорить. Ну и все-таки, даже если этот раунд не затащится никак, не камбэкнется со стороны Хомис, то просто отпустят и начнут играть дальше, потому что этот клан, этот коллектив не из тех, которые прям начинают тильтовать после первого проигранного раунда. То есть, я уверена, они будут сейчас бороться до последнего и стараться что-либо сделать. Сейчас, кстати, Кортизол пытается что-то сделать в дефе, но там Дольче Габбана, правда, его снимают, но Сет Смайл будет на подхвате, получает он рельсу от вражеского Крусейдера и уже пытается увести. Но опять же, не успевают у нас Хоми сделать какой-то перехват со Суля, но неужели нет, не попадает, просто немножко выше танка пролетает, и это пятая доставка от Аврора. Дольче в соло, теперь Хоми, дроп in low ground, а я Дольче нужно кому-то помогать, будет ли хелпа выдвигать только матрас, но слишком долго, да, ГВП это понимает прекрасно, что не доедет до флага, отпустили эту ситуацию, едем дальше. Хочу увидеть полноценную атаку, а не то, что, да, мы до этого видели от команды Хомис, когда Кортизола убил Бонд. Надо двигаться, овердрайвов нету, очень печально, но надо тогда как-то что-то выдумывать, думать, и вот есть овердрайв у ГГВП и у Сет Смайла, и вот они как раз-таки планируют, ой, убийство полнейшее, Дольче Габбана, вот оно ультимативное, Кортизол не выживает, Бонд его в спину просто там нафигачил этими дробинками, Лук туда же, заехал, кстати, Сет Смайл начал ворошить и шуршать на вражеских спаунах, погибает, ну так сказать, отвлек на себя кое-какое внимание. Овердрайв на центре, падает, 3F, есть овердрайв по Филадельфии, откатился Филадельфия, хорошо, Бонд спокойно, просто на релаксе, кстати, режиме забирает овердрайв, сразу же прожатие по Луку, Кортизол под подавлением, у него все равно нету ничего, погибает Бонд, low HP, ну, один килл оформил, он не так уж и много, как хотелось бы, конечно, и Дольче бэкграундит, пытается его бэкграундить сейчас, ой, там какая-то столпотворение полнейшее, ну же, Лук, что-нибудь придумай по ГГВП, все, уже забэкграундили. Дольче Габбана, Кортизол поворачивается, будет и пайка по Дольче, даже не убил Дольче. Ой, опасно, уже 7. Ну, там ничего даже и сделать не смог, на самом деле. Куда он один против троих? Ну и так, если посудить, синий коллектив, он в моменте, вот сейчас, когда был увод флага, там трое просто зажимались у себя в дефе, прям вот в задней стеночке между двух контейнеров. То есть ни Филадельфия, ни Крусейдер, ну никто не мог выехать, потому что, а куда? Куда они выйдут? Потому что там начинается уже полнейшая стрельба, да, и они идут просто на перекрестную вот эту огонь. Но это просто невероятно, на самом деле, что творит у нас сейчас Аврора, потому что 2 минуты остается до заканчивания этого первого раунда, и 0-7 сейчас у нас ведет именно красный коллектив. Поэтому я могу точно сказать, что сейчас, на данный момент, к сожалению, Хомис не камбэкнет этот раунд.
пусть отпустят его, отпустят, не будут зацикливаться и на втором раунде уже покажут, соберутся, на что они способны. Ну, а сейчас опять же идет перестрелочка, но пока что в одни ворота. Вот именно Аврора закрывает коллектив Хомис. То есть мы отпускаем уже первый раунд, я так понимаю. Ну а что делать? Ну, хорошо, вот у тебя есть вообще вероятность, что за 1.5 минуты будет доставлено, давай начнем с 7 флагов, хотя бы сравняется счет. Я сомневаюсь, это как надо камбэкать, это как надо увозить, это противников вообще не должно быть, понимаешь? Их надо держать прям конкретно на респе, но они даже 1 флаг не смогли увести в этом раунде. Но не получится у них, к сожалению. К тому же, давай посмотреть правде в глаза. Они делают заходы, и очень-очень редко они когда пытаются зайти вместе. Почему-то вот у них заходы делаются одиночными, хотя их тиммейты заходят слаженно вместе, и ГГВП выпускает овердрайв, они начинают увозить флаги, то есть это есть подстраховка. Вот в этом раунде именно у синего коллектива я такого не вижу. Да, согласен, с этой задачей даже бы, наверное, не справились Team Pointers. Остается минута. Номинально мы уже поздравляем победой в этом раунде коллектив Аврора. Так, хорошо, ну-ка, Картисоль, будет ли флаг почета, как мы его любим называть? Триэф откатился, там это соло был трай. Теперь Картисол непосредственно подъемчик, и ГВП там пытается с грома наваливать, но... Корти, in low ground, нет, Триэф здесь, ничего себе, хорошо выиграл пару секунд, но есть лук на подсейве, поэтому не удалось. Ну, хорошо, 8-1 хотя бы сделали, то есть уже такие, как бы разыгрались, дали понять, что, ребят, мы будем все-таки бороться, 8-0 не будет сухой, вот, будем мы играть. Вопрос по этому раунду остается, будет ли еще какой-нибудь флаг. Условно, так, Спейна там убивают. Филадельфию, овердрайв напоследок по бонду. Ну и да, уже ребята в более фановом режиме заканчивают этот раунд. Да не-не, в этом раунде, мне кажется, Team Pointers никто не переплюнет. В том, когда за 3 секунды они поставили флаг, это было легендарно. Это помнит, наверное, уже сколько, да много кто. Ну а мы плавненько переходим ко второму раунду. Интрига, да, сохраняется? Чат, согласитесь, Дарина. Да, есть такое. Интрига сохраняется, поскольку, я думаю, только это реально была разыгровка. Сейчас мы посмотрим, что будет дальше, и уже будем делать какие-то выводы. Но все равно, первая карта у нас при любом раскладе, если даже 4-0, мы увидим вторую, полноценную вторую карту с 2 раундами. Вот. Пока что ждем. Пока что в ожидании. Ну, так. Сейчас будет очень интересно, если сейчас Хомис возьмутся за игру всеми руками и ногами и просто выиграют этот раунд. Хочется от них это увидеть. Да, ну еще плюс, кстати, бонусом в защиту Авроры, бонусом к Авроре в защиту Хомиса, могу сказать, что остаточный пик сэндбокса был у нас в сторону Авроры, поэтому они закономерно, наверное, на ней исполняют невероятные танцы, скажем так. А сандал уже должен быть за Хомис. Посмотрим. Что они, да, кстати, вот сейчас техпаузу даже никто не берет. Ну, в принципе, ее очень редко кто берет на первых раундах. Поэтому уже коллективы будут бороться за первое падение овердрайва. Как мы там с тобой любили говорить, железная мясорубка. Мясорубка, да-да-да. Она самая. Ну, сейчас уже такая начинается потихонечку. Вот эта толпучка за битву в овердрайва в центре. Вопрос один, будет ли... А вот и он! Как раз таки подгадали мы вовремя. Дропается овердрайв. Ждем. Филадельфия. Так, или Дольче Габбана все-таки. Ставка на этих двоих у меня лично. И такое чувство, что все-таки нет, Филадельфия. Дольче не смог. Не хватило ему там пару сантиметров, чтобы дотянуться. Да. Вот. Ну, хорошо, хорошо. Начинают красные, получается, у нас с овердрайвом. Это хороший бонус. Не прям максимально приятный, да. За счет того, что взял все-таки Хантер. Начинать атаку, наверное, либо с паладина, либо с викинга более поприятнее. Но уже Хомис маленький бонус получили к началу. Ну тут уж если викингу не удается взять, то пусть хотя бы кто-то возьмет, да, 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 из тиммейтов. А так 100%. Ну да, очень опасно отдавать вообще овердрайв соперникам. Так, ну что, у нас делиты произошли. Сейчас будем наблюдать какую-то мясорубку. Я вообще надеюсь, что уже с первых минутах начнутся заходы. Потому что, опять же, карта песок. Даже без овердрайвов тут бывали лозы. Да, бывало и такое, естественно. Все просто зависит. Поехали, погнали. Второй раунд на песочнице. И занимают карманы. Кстати, интересная стратегия мы сейчас наблюдаем от Авроры. Как-то они все разбрелись налево-направо. Поехали, заняли очень важные, мне кажется, позиционочки. Триэфа раздели. Филадельфия.
Так, пока он центрует и контролирует всю ситуацию на карте, на low HP, правда, не пахнет тем, что это будет какой-то овердрайв, ну, использован, потому что вот Рейв как раз-таки его наказывает за то, что находится на центре. Кортисол поехал в PvP против Бонда, решил немного потягаться с вражеским викингом. И вот он, овердрайв на центре, очень интересно. Так, ну на оверку уже есть Филадельфия на размену. Стоило ли оно того? Потому что у нас, по всей видимости, да, он тоже у нас забирает овердрайв. То есть сейчас это минус оверка от красного коллектива. Мне кажется, все-таки не стоило так рисковать. Так как были трупики, он должен был понимать, что риск может быть неоправдан, где-то на 99%. Но в любом случае, вышло как вышло. И, кстати, по началу раунда это Филадельфия, когда занял центральную позицию, мог бы все-таки с овером поехать на флаг, так как синий коллектив оставили флаг без присмотра и просто разбрелись по карте, по своим позиционкам. Там был шанс у ВОЗа. Единственный был момент, это когда слева от синей базы был молот. Вот там уже, да, там был опасный момент, но все-таки попытка могла бы случиться. Была у нас подхватка от синего коллектива, но там, правда, флагоносца убили, ну и, собственно, на этом пока что все. Да, перестрелка, пока мы наблюдаем перестрелку, Кортисол и его команда... Опа, а ну-ка, Антоша, овердрайв, Хоми, забили дубинами, а дальше что у нас? Дольче Габбана, Филадельфия, не получается пока дефировать, нужно давать максимальный урон, хорошо, ремкомплект, а вот с другой стороны у нас тоже планируется увоз, Кортисол остается один, ай-яй-яй. Четыре дула, можно сказать, убили, Сетсмайл, возврат, 1-0, и опять же счет открывает у нас Аврора. Ну, ты знаешь, очень интересно, потому что там ведь, когда у нас красный коллектив заехал на вражеский флаг, 2-2 они, получается, играли. И как их синий коллектив переиграл, это тоже вот невероятно, потому что там и Кортизол нормально так накидывал. Но в любом случае доставочка произошла. И у меня что-то складывается впечатление, что, возможно, есть такая вероятность, что Хомис не были готовы к такому. Ну ладно, допустим, у нас на центре падает очередная коробка овердрайва, Филадельфия будет бороться за нее. Нет, уже не борется, но там есть Пейн, который будет все-таки подхватывать, кстати. Кстати, в этот момент у него и свой овердрайв накопился, но он все равно забрал, дабы не отдать его сопернику. Ну и все-таки отправляется на респаун. И теперь у нас от Кортизола идет. Ой-ой-ой, как ему от Триэфта в бочину прилетело от Рельцы. Но Габел у нас прожимается и получает за это поражение просто овердрайвом от Крусейдера свой танк. Естественно, его тут разорвало. Ну и пока опять же на этом все. Только перестрелка и заходов пока мы не наблюдаем. Но сейчас очень похоже, что может быть заход от красного коллектива. Есть у Спейна у нас овердрайв шарик, который он забрал на центре. Но почему-то Кортизол решил, надо все-таки Бонда убивать. Хотя тут был буквально на одну тычку. Ну а тут уже Сетсмайл будет сводиться по Спейну. И Спейн теряет аптечку. Ну и отправится на респ. Тут все как бы упущен шанс захода. Получается так, уже есть какие-то предпосылки, я смотрю с синей стороны, Антоша агрессивно играет во фронте, и, ой, по луку там наваливается, все, лук откатился, окей, си. Вроде как что-то планируется, а вроде как и Бонд подъезжает, я смотрю сейчас, Пейн это все видит, уже пытается максимально продамажить викинга молота, поскольку очень агрессивна вся эта ситуация, и Бонд просто уходит на делит, да, понимаю, что там уже каши не сваришь. В этой атаке нужно готовиться к следующей. Но уже страшно. Ой, Кортисол! По-моему, овердрайв, да, был использован им? Да, я не понимаю, что он творит, потому что от него уже второй овердрайв, который уходит в никуда, и что происходит у него непонятно. Филадельфия подхватывает флаг, но его тут быстро разбирает, на центре падает коробка. Что-то Тёмочка у нас там мутит с этими овердрайвами, то ли у них информация плохо проходит. Но прожатие в одного против всей команды, ну, это очень рискованно, и даже это бы не оправдывалось. Мы говорили, Сториса не будет. Он должен быть в каком-то составе играть? Да, Сторис у нас находится у Кортизола под никнеймом Соляви. Но насколько нам известно, он вроде как не может сегодня играть. Думаешь, а это была очень... бы заруба? Да. Я думаю, это было бы очень сильное усиление в виде Сториса. Это, конечно, печально крайне. Ну ладно, я думаю, они еще возьмут свое все еще впереди, и мы не будем хоронить, естественно, Хомис, потому что 1-0 на песочнице уже второй раунд, да, согласитесь все, я думаю, Дарина тоже поддержит мое мнение, что уже второй раунд смотрится намного ярче, чем первый 8-1, конечно, да. Ну да, ну часть. Опять же, 5 минут, да, у нас только один флаг привезен со стороны Аврора, да, один флаг, и 5 минут до конца раунда осталось. Поэтому, ну они немного, но получше играют. Но вот хотелось бы, конечно, чтобы они еще и доставили флаг, потому что если Хомис доставит флаг, у них будет шанс еще потом доставить флаг, да и времени-то вполне достаточно. Да, это вполне достаточно, уже раунд у нас перешел экватор.
пока не было никаких прям опасных моментов за последнее время. Ожидаем, у всех уже, по-моему, появились овердрайвы, что становится, кстати, опасно, поскольку одни будут готовы атаковать, а другие используют овердрайвы в деф, и посмотрим, кто кого переплюнет. Возможно, там сразу перетечет это все в плавную контратаку. Кортисол low HP, вот как раз-таки бы ему подобрать вот этот овердрайв. Дольче Габбана говорит, не сегодня, my friendly. Теперь Филадельфия, так, на центр нужно давать, наверное, просто забирает, да, не рискует, а забирает овердрайв. Но вот кортисолу бы не хватало, очень бы хватало бы, точнее, этой коробки, но, к сожалению, не судьба. Да-то минуточку оставалось, поэтому Дольче Габбана и выпустил один шарик, чтобы его чисто добить в бочену, ну и отправить на респаун. Так, есть у нас... нет, нет, у нас нету. Там Бонд у нас очень жестко начинал заходить с центра, прям напрямиках. Не думала, все-таки прыгнет на флажочек. Ну нет, его там уже кортизол начинает контролировать. Но опять же, если смотреть со стороны птичьего полета, как мы с тобой наблюдаем, да, эту карту, то мы видим, что красный коллектив до сих пор немного зажат. Да, у них пытается... получается разбрестись немножечко по карте, но опять же не настолько сильно. И редко когда проходят они именно на базу своих соперников. Опять же, кортизол прошел, но его там быстро затушили. Антоша выпускает шар. Овердрайв. Этот. Ой-ой-ой, сосуля прилетела, конечно же, по Габриэлю, чтобы тот не увез флаг. Но там еще и есть прожатие от Бонда. То есть он сейчас будет как раз-таки пытаться задефать, задефить своих соперников. Антоша на аресте сам лично решил вот на таком тяжелом танке увести. Но сейчас по-любому будут передачи по Габриэлю, что, собственно, мы и наблюдаем. Но это будет очередная доставка. Кортизол на одну тычку не успеет ничего предпринять, так как оверов нету, и уже 2-0. Когда у тебя увозит улитка с, ну, с флагштока, да, вот это, мне кажется, уже нужно подзадумываться. Улитка, я имею в виду, это Арес, да. И это, ну, какая-то уже что-то не так идет, я думаю, поскольку это не самый быстрый корпус. Ну, проблемы, возможно, какие-то возникли. Ладно, 2-0. Мы в любом случае еще не ставим точку. Опять же говорю, что все впереди. И знаешь, что еще заметил у Кортисола впереди перед ником? Клантек Тим П. Извините меня. А как это произошло? Как это, Кортисол, расскажи секрет. Как попасть в Тим П, пожалуйста? Если честно, я даже вот не знаю, потому что был в моменте, да, когда он к нам пришел, и потом в моменте хоп, и он уже в тимпоинтер. Но вернемся к этому позже. У нас сейчас есть шарик от красного коллектива, будет Лок подхватывать флажочек, и надо увозить. Там есть Антоша, будет накидывать, и Спейн будет, конечно же, это все своим корпусом могучим просто не давать прострел. Это будет доставка. Первая доставка от коллектива Хомис на этой карте. Как раз таки еще есть целых 1,5 минуты, чтобы привести вторую и третью доставочку оформить. Но пока что у них с трудом вышла и эта доставка. Поэтому будет ли еще один флаг привезен, непонятно. Разозлились, я смотрю, Хоби сейчас из-за того, что у них увозил РС. Но хотят их немного подугомонить Аврора, потому что Дольче Габбана уже везет на свою базу третий флаг. Остается опять же один кортисол, и опять же он один на лоу хп. Почему никого нету рядом? Не хватает кортисолу помощи какой-то просто. Вот он, там он есть как бы, да. Но, опять же, нету никого на бэкграунде, чтобы посаппортить ему. Это уже 3-1. Минута остается. Все меньше и меньше шансов на победу Хомис на этой карте, в этом раунде. Ну, в принципе, в целом на этой карте получается. Овердайв на центре. Кортисол будет, наверное, увозить на лоу хп. Интересно очень. Не попадается смайл. Кстати, и сплэш не сработал на страйкере. Далее, какой будет мувмент? Интересно. Поехал на встречу к Дольче Габбана. Встречает его кортисол. Это Антоша на громе. Я думал, все-таки 3F там зарядит рельсу по кортисолу. Не получилось. Это уже 4-1. И я думаю, это жирная точка в этом раунде. Да, абсолютно верно, потому что, ну, уже ничего нельзя сделать, к сожалению, для коллектива Хомис. Но опять же, что в первом, что во втором раунде, хотя бы флажочек один они доставили, это значит, что это плюс один в копилочку. Конечно, такая сосуля от 3F по локу, чтобы не только поставить жирную точку по поводу флагов, да, но и просто сделать этот килл. Ну и буквально все там, буквально 15-10 секунд, и у нас этот раунд закончится. Поэтому мы не будем зацикливаться именно на нем, а будем плавненько уже готовиться к карте Сандал и посмотрим, как же там отыграет коллектив Хомис. Да, поехали, Сандал. Непосредственно поздравляем мы Аврору. Это 2-0 на песке. Достаточно уверенный первый раунд закончился у нас 8-1, второй 4-1. И впереди, как сказала Дарина, у нас Сандал. Что мы ожидаем вообще, Дарин?
Пик у нас Хомис. Мы ожидаем какого-то сопротивления, победы наконец-таки от Хомис, или опять же какая-то будет нарезка? Я надеюсь, что все-таки они выпустят сториса, и даже если сторис там не планировал играть, пусть выходит, потому что, судя по первой карте, ну, им нужен игрок в виде сториса, на самом деле, поэтому, да, ему надо возвращаться в игру, и что бы он там ни делал, давай, выходи, Тёмыч, там все тебя ждут, вот, в любом случае. А вот, кстати, от Авроры я жду, когда выпустят Диану, потому что я очень хочу посмотреть, как будет принцесса Ди отыгрывать именно на карте Сандал. Погоди, действительно. Да, реально, Диана! Диана! Где будем... Диана? Да, да. Вызывать. Дайте Диану. Так, она, я комментировал прошлый матч, получается, Авроры, я так понимаю, поскольку, я помню, Диана тоже была в составе. Ее выпустили буквально на 10 секунд. И мне еще понравилось, она после этого зашла в чат, написала, фух, устала. Так она сейчас тоже, она же перед началом первого раунда, она была на карте. То есть она как бы есть, да, просто именно карту песочек отыгрывала не она. Она как бы есть, но ее как бы типа нет. Ну да, она как бы есть, но ее как бы нет. Все понятно. Так, карта у нас, если что, уже готова, мы можем уже перемещаться туда. Давай узнаем, наверное, мнение чата. Просто интересно, ребята, за кого вы пришли сегодня поболеть? Это как можно даже по прогнозам посмотреть. Там на Аврору поставлено 84%, на Хомис 16%. Как ты думаешь, за кого пришел поболеть чат? Жестко. Но это прям, да, на самом деле очень такая разница в прогнозах огромная. Старину Кортисола не верят. Старину Кортисола его команду не верят. А потому что, знаешь, почему такие? Потому что нету сториса. Только хотела сказать, потому что нету сториса. Да, однозначно. Ладно, это все шутки лирика. Мы ждем. У нас уже есть Сандал. Хорошо, мы на нем сидим. Я смотрю то, что настроено агрессивно. Как ты думаешь, сейчас находится в какой-то образной минус морали команда Хомис после двух проигранных раундов? Ой, нет. Думаю, нет, потому что, опять же, ну, я сомневаюсь, что Кортизол... Он, Кортизол вообще такой человек, он всегда все воспринимает на позитиве. Ну, проиграли, ну и ладно, сейчас вот быстренько возьмем следующий раунд. То есть нету такого у него, я не замечала, чтобы он прям конкретно ушел в тильт и все уже, да, потух, как бы говоря. Вот, поэтому ждем все-таки мы Сандал и ждем от коллектива Хомис какой-то ярко-красочной игры. И, по крайней мере, чтобы не было вот этого стоялого, которого, я думаю, никто не любит, ни ты, ни я, ни наши зрители. Да, однозначно, согласен, как всегда с тобой, Диана. О, Дарина! Очень Диана, видишь, да? Да, надо Диану на карту просто. Приятно познакомиться. Диана, добрый вечер, здравствуйте. Комментаторы просят вас выйти на поле, пожалуйста. Сесмайл, повлияйте, да, как-то на эту всю ситуацию. ГГВП, по-моему, командир Хомис, если меня память не подводит. Да, ой, Хомис, Авроры. И ждем появления Дианы. Опять же, это может быть обусловлено тем, что она не выходит, она свежая кровь. И, может быть, зачастую команды боятся просто выпускать неразыгранного игрока. Возможно, там, если нет разыгровки, то только если по совместимости, то есть не сыгранность команды, да, но вообще так о Диане говорить, что она не разыгранный игрок, это, конечно, слабенько, потому что Диана довольно хороший игрок, и она уже давно в киберспорте, поэтому не выпускать ее, мне кажется, это просто грех. Возможно, она сама пока что не хочет играть и выйдет только, когда у команды начнутся какие-то либо проблемы, но посмотрим. Я хочу увидеть вообще, в принципе, на каком она сетапе. Знаешь, что у нас вот... В чате происходит. Кажется, придет у нас сторис играть. Да, да, дорогие наши зрители. Тут у нас есть информация, что возможно, сторис придет, так как он даже ушел с работы, чтобы отыграть киберспорт, чтобы отыграть этот матч и помочь своей команде. Просто представляю, знаешь, сторис такой на работе сидит. Так, пора брать ситуацию в свои руки. Ребята на работе, мне нужно отойти на... Сколько получается у нас? Ну, на минут 20. И просто бежит в компьютерный клуб максимально быстро, чтобы отыграть раунд. Ну, 20 минут маловато будет. Чтобы камбэкнуть, надо будет. Ну, ты посмотри, кто зашел на карте. Они брали даже для этого тех паузу, чтобы зайти на карту. Просто невероятно. Вот именно для сториса. Для полного счастья. Да. Ну все, да. Нам не хватает для полного счастья выпустить только Диану, в принципе. И все на этом. И мы увидим то, что мы прям желали с Дариной на этом матче. И это будет прям великолепно. У нас техническая пауза. Да, техническая пауза. Ждем. Ну, сторис быстро, кстати, залетел.
Может, все-таки и Диану еще? Ребята с Авроры случайно не слушают этот стрим. Не хотите выпустить Диану, ребят, пожалуйста. Ответ не поступил. Молчание — знак согласия, как говорится. Да, ребята, ждем. Пока что, я думаю, вот сейчас, после появления сториса, должны быть повышены шансы у команды Хомис. Думаешь? Да, конечно, сторис все-таки появляется. Это легенда. Легенда, конечно, это не прям... Будем откровенно говорить, немножко сейчас, так сказать, подкакаю сторису, да? То мы прям говорим как о суперпрофессиональном игроке. Я просто не помню сториса в каком-то финале или полуфинале чемпионата. Было такое когда-нибудь или нет? Сложно сказать, потому что я тоже не припомню. Даже если такое было, видимо, я на это как-то не обращала внимания. В любом случае, мы сейчас дождемся, когда у нас техпауза закончится, и будем наблюдать бой. Слушай, ты мне прям вот забил эту голову, потому что я реально сейчас задумывалась, а был ли у нас сторис когда-нибудь? Ну, я думаю, нет. Из таких мне сразу вспоминается по типу Battle Access, Frenzy, вот такие вот молодые фреш-ребята. И вот именно таким, не знаю, как, мне кажется, по раздельности они бы не достигли такого результата. Хотя нет, сейчас кто? По-моему, из френдзиков кто-то есть в тимпах, даже если я не ошибаюсь, да? Возможно, возможно. Айшторм, где играл Айшторм? Я знаю, что Айшторм давным-давно играл с нами. Очень давно в киберспорте. Ого, вот, а так... Себе. Ну, это уже сколько прошло? Да очень давно. А ты сейчас в киберспорте? Нет, я была в хелпах же, но я ушла как раз таки на мажор. А так мы 3 РМР отыграли, да? Ничего себе. Пропустил ты сколько, ой-ой-ой. Ага, а ты собираешься в команду идти? Это останется за кадром. А, просто я недавно общался еще с одной девушкой, она была тоже коллегой у нас здесь, на данный момент ее нету, но она тоже говорит, что хочет пойти в киберспорт. Честно сказать, сложно. Это сложно эмоционально. Вот, потому что устаешь именно играя, да, сосредотачиваясь. И я уже поняла это на своей шкурке, поэтому все нормально. Вот, но, ну, если для разнообразия, то это довольно интересно. То есть, если уже стало скучно, то почему бы и нет, как бы. Если матчмейкинг уже как бы надоел. Mm-hmm. Ну, вот, если говорить за себя, да, почему, к примеру, я тоже говорил и немного раз, что если бы я захотел пойти в киберспорт, я бы сразу пошел в тимпе, это однозначно, да, меня бы... Или в даймс меня бы приняли. Вот, но нет, а если серьезно, кстати, если бы я пошел в киберспорт в танке онлайн, то это было бы прям по-серьезному, то есть это то, что я делал там контент, стримы и т.д. и т.п., это все ушло бы на задний план, так же, как там и какие-то личные отношения с друзьями, я бы прям конкретно сел и сидел бы, играл, и прям понимал бы каждый микромомент, каждый тайминг, это все, то есть учил наизусть, чтобы это просто отскакивало от зубов, так сказать, досконально, поэтому я не хочу ввязываться в эту движуху, иначе я пропаду... На стуле. Пропаду на стуле просто. Слушай, а напомни, до скольки у нас техпауза? 5 минут. Нет, не сколько, а до скольки она у нас, когда они взяли ее. А мы сейчас чат посмотрим. У нас же теперь есть очень хорошая фишка, это просматривать историю чата. Да? Ну, доброе утро. Где? В игре самой ты имеешь в виду? Конечно. Ты открываешь чат, рядом с чатом у нас находится восклицательный знак. Ага. Нажимаешь на него, у тебя справа выскакивает чат. Вот эта функция. Они ее давно добавили? Ну, уже так прилично. Там надо на моем канале посмотреть просто. Mm-hmm. У меня же был видеоролик на этот счет. Mm-hmm. Обязательно заходим, смотрим контент у Даины. Ребята, да, не забываем. Небольшая реклама. Но у нас, кстати, перезаходы-то произошли, и это уже хорошо, потому что техпауза закончилась. Ну и сейчас будет уже зарубочка именно на сандале со сторисом, который очень сильно просит, просто разрывает чат и просит, чтобы ему передали привет, майор. Передать я привет сторису. Сторис, дружище, мой родной, старина. Передаем тебе здравия, желаю, передаем привет. Ну что, мы ждали тебя, и мы ждем от тебя какой-то потенциально крутой игры. Мы сказали то, что ты будешь только очень крутым усилением для Хомис. Ожидаем от тебя что-то мощное.
Да, все верно. Ну, сейчас у нас опять металлическая мясорубка на центре будет происходить именно за борьбу овердрайва. Кстати, Лок у нас занял такую нормальненькую такую позицию, да, но от него, заметь, отъехали вот эти вот башенки из танков, чтобы он не запрыгнул ни на кого. Хотя, если сейчас именно с Ревисом, с кортизолом подъедут, то все шансы есть у Лока именно забрать данную коробку. Если она вообще еще выпадет. Да. Диану мы, к сожалению, так пока и не увидели. Я думаю, все in future. Будущем. Как-то толкаются, уехали уже далеко, кардинально прям пытаются, да, ГГВП оттолкнуть с Леви, на котором находится кортизол. Смотрим, 20 секунд, коробка все не падает, но экшен нарастает. Ой-ой, здесь сейчас отклонились вот эти башенки, ой-ой, сейчас кортизол должен падать, и время интересно, успеют ли делиты нажимаются, успеют, и я думаю, нет, да. Да, ну как раз после делитов она уже будет валяться, поэтому самый быстрый, самый шустрый подъедет и заберет. Только вопрос, кто это? Вижу первые респауны именно от красного коллектива, хотя там уже Антоша вылазит. Кстати, от кортизола непонятно, что сейчас произошло. У него были шансы поехать на центр, но он не пошел. Я не наблюдаю шафта, который бы контролировал все эти действия, поэтому, ну, как-то так. Что-то кортизольчик у нас немножко сдает по поводу забора овердрайва именно на сандале. Ну ладно, это только первая коробка. Сейчас у нас здесь атака от синего коллектива, они втройка с левой стороны от красной базы пытаются на себя просто отвлечь внимание. Триев будет забирать, нет, не будет забирать аптечку, хотя был шанс. Он именно на нее ехал, ну и теряет флаг на медуга, ГВП остается на 0 хп, нет у него аптечки, но не доставил он еще флаг, но там уже есть респаун на Триев, поэтому это будет все-таки оформлена доставка. Ну вот так вот синий коллектив открывает черт. Минута, даже меньше минуты понадобилось Авроре, чтобы сделать уже первую доставку. Хоми молодец, красавчик, он выиграл порядка там нескольких секунд, скажем так, чтобы что-то, хоть кто-то предпринял, но флаг уже находился слишком далеко на спауне, скажем так, у синих, поэтому, ой-ой-ой, Дольче Габбана, а ну-ка, через рикошет пытается по кортисолу, кортисол, там, что за битва происходит на сцене, кстати, кортисол уже оформляет у нас... Дабл килл. Теперь треф. А еще тут даже хорошо трипл килл есть. Это квадро килл. А ну-ка, будет ли рампейдж от кортисола? Пятый килл бонд. Я смотрю, есть рампейдж. А шестой килл. Но Дольче Габбана, я думаю, прервет эту серию. Хотя вот тримкомплект не самый удачный был от корти. И погибает он все-таки, этот викинг. Ну, долго жил, согласись. Да, очень. Не каждый викинг столько проживет. Однозначно. Угу. Однозначно. Ну что ж. А да, овердрайв у нас на центре падает, уже Лок туда выдвигается, но есть с другой стороны бонд, и Локу будут разносить. Сосуля никуда, понятно, но... Ой-ой-ой, кто же забрал? А, нет, все-таки Дольче Габбана. Дольче Габбана успел забрать, но там Рез прям выдвигался очень на жестких. Да-да-да, бро. На жестких выдвигался, хорошо. Наблюдаем, кортисол. По овердрайвам, что у нас есть? 3F, Дольче Габбана, и на этом все, ГВП, бонд и Антоша ждут своего часа, и зато есть Филадельфия, которая с овердрайвом там крадется. Опять же, всех уничтожили с правого фланга, если смотреть с синей стороны. Бонд на ДА. Нет, не ДА, просто заворачивают. Так вот, немного даже... Ультри-эф, великолепное исполнение овердрайва. По двоим забирает души. Сайдшота, бонд, время идет. Кто-нибудь не помог. Ошибка команды, я считаю, полноценная. Никого не оказалось рядом почему-то. Вот сейчас снова у нас синий коллектив будет заходить, потому что у нас есть паладин прожатый, но там уже есть соперники, кортизол, целеви, уже будут разбирать этого паладина, остается только Антоша, но Антоша не будет сейчас торопиться, потому что надо аккуратно отыграть, целеви остается буквально на 1-2 тычки, и его надо срочно разбирать, что, собственно, бонд и делает. Напомню, у Антоши есть еще шарик, и там есть триев, и бонд сжимается, начинает разносить, триев будет увозить, шарика пока что не выпускает, но у триефа нету аптечки, я так понимаю, потому что до сих пор он не прожимается, пытается увести именно своими силами. Даже сейчас, когда у нас Селеви вышел на карту, к сожалению, для них не получается, а Триев на легком просто увозит, потому что тиммейты ему помогли. И на данный момент у нас Хомис опять зажимаются. На центре очередная коробка овердрайва падает, Филадельфия будет выдвигаться потихонечку и теряет аптечку. Ну, там есть ГГВП. Ой-ой-ой, овердрайв прожал даже не на размен, потому что не успевал. Коробка до сих пор валяется, и у нас Хомис теряют овердрайв Хантера. А, да, на секунду мне показалось, я так сделал уф, подумал то, что забирает викинга молот, и это было бы очень-очень больно и неприятно, я думаю, однозначно для Хомис. Забирает Хантер, тоже неприятно, но по малой части бонд на подъемчике пытается размансить, здесь что-то порешать не получается. Так, дальше. Ой, а что это за шарик Ареса был от Антоши?
Куда шарик у нас полетел? Полетел ровно в космос, окей. Тут отдефались, Антоша просто уже изживает свои последние силы, последние HP. Откатился Антоша. А, можно немного передохнуть, экшен закончился. Подавай, Бонд. Ой, а ну-ка, Лук, паладин, там же действует ульта. Почему так? Даже атака не началась. Жесть. У Хомис есть, да, такая проблема, когда они прожимают овердрайвы, но как-то они их реализуют именно неправильно. То есть паладин отвлек внимание на себя, но когда была возможность захода, они этого не сделали. Почему они так тянут, непонятно. Да? Интересно, почему? Ну, это только мы узнаем, наверное, из конференции, почему. Какой-то был план действий, я думаю, на это все дело. Дефируется сейчас Хомис, прям прессингует и очень активно прессингует и Аврора. Так, 5 минут у нас фактически уже остается в этом раунде. Счет 2-0. Нужно действовать. Ну, как минимум, у нас будет следующий раунд на Сандале. Мы посмотрим. Но пока это пахнет... начинает, да, знаешь, уже так попахивать 3-0 по итогам трех раундов. Да, точнее, будет, наверное, правильно сказать, проблемами для коллектива Хомис. Потому что если они в этом раунде проиграют, то следующий раунд уже будет окончательный решающий. Ну, в случае, если их они выиграют, тогда мы увидим, конечно, уже и карту Иран. Но пока что я уже в этом начинаю сомневаться. У нас там Бон борется с кортизолом, а с другой стороны Триев занимает свою позицию, но опять же остается на мало ХП. Что мне нравится от коллектива Аврора, так они танкуют, они не боятся этого, не боятся жать овер драйв, даже заметь, вот вспомним того Антоша, который выпустил шарик куда-то за пределы этой карты, ну не побоялся, ну подумаешь, ошибся. Раз ошибся, и ты ошибка. Ну или как-то так там говорится. Но в любом случае не побоялись они жать овердрайвы. А вот что касается коллектива Хомис, даже на то, что они жмут эти оверы, но опять же я могу прям сказать, моменты их реализации, они как-то вообще расходятся с моей логикой. Вот сейчас ездил у нас прожатие от Бонда на Викинга, одного, второго разбирают. Филадельфия у нас немножечко там спрятался. Филадельфия есть, овердрайв прожимается в троих! Троих очень красиво. Вот Филадельфия прям молодец. Ну прям умничка. Просто троих законтрил. Классно, хорошо, согласен. Это было на деф. А дальше нужно что-то думать. Есть кортисол, есть Хоми. Крусейдер не хватает для полной комбинации, конечно же, паладина и Ареса. В принципе, о, вот Арес появилась у тебя, овердрайв. У Лука все еще нету, пока ждет. Ой, опять кортисол, по-моему, овердрайв дал, или мне показалось? Я очень надеюсь, что показалось. Ждем его респа. Я очень надеюсь, что... Опа, вот и Селеви, а вот он Арес, а вот она ультимативная. Нет, кортисол с овердрайвом. Хорошо, Лук, отлично, зачистили. Но это размены, потому что Дольче Габбана уже уехал. Он находится на зеленке, и кто-нибудь уже кортисол выехал. И Филадельфия, и никто не поможет. Да, это все, это конечно для Дольче. Кортик. Ой-ой-ой, Корти, лоу HP, Корти, нужно прятаться. Прям уже на 100% он пошел сжиматься даже с овердрайвом. Решил подубить Дольче. Ну, на этом все получается. 2-1. Реабилитировались немножко пока что, Хомис. Ты знаешь, у них была довольно неплохая атака. И сейчас у нас, да, от синего коллектива также есть заход, но его контролируют. И Филадельфия кортизол. Но, что хотелось бы сказать по поводу этого захода. Хорошо был выпущен та шарик, во-первых, потому что, ну там, плохо выпустить его просто нельзя по центру. Во-вторых, мне понравилась игра от Лока, который выждал момент, не сразу ломанулся куда-то в сторону, а выждал момент, как раз-таки дождался шарика, когда его подлечит, и ломанулся уже на мид. И третье, Солявиня растерялся, поехал и забрал тот овердрайв, который в моменте падал. Вот и все, сохранил овердрайв. То есть, грубо говоря, сделал на размен и помог своим тиммейтам. Это хорошо. Сейчас вот за 2 минуты им нужно еще доставить флажочек. Получится ли? Вопрос хороший. Но пока у нас все действия разворачиваются, было у нас в чате, ну точнее, утверждение такое, что правила поменялись, да, что раньше надо было 3 победы делать. Так вот, до этого были матчи, вот первый, второй, третий ремер. Это best of 2. Сейчас у нас идет best of 3. Это играется 3 карты, а не 2. Да, да, действительно, именно так играются 3 карты. Это получается до 4 побед мы играем. Опа, 3F. 3F откатился, хорошо. Там Солеви шарик дал, немножко подсейвил. Едем дальше, Антоша, кто-нибудь Хоми подъезжает, забирает. Это все-таки вымпел, едем дальше. А на центре овердайв, ай-яй-яй, все-таки успел там подобрать бунт. Как я подозреваю, это Викинга молот синей стороны. Ну что, ждем, 3F залетают, но больше попугать, наверное, чем... Какие-то дальнейшие действия будут предприниматься от данного игрока.
и слабый минута. Доставка. Ну, точнее, не доставка, а увоз именно для коллектива «Аврора». Там Антоша опять промахнулся шариком. Он выпустил его, но не по правильной немножко траектории, и шарик врезался в стену, не подлечив своего тиммейта, когда тот возил. И поэтому Солевик, кстати, выпустил той шарик в ответочку. Ага. Да. Кстати, у нас Бонд прожался, сейчас будет разбирать Деф и Габелла. На центр увозят, на одну хп ему надо сделать... А, нет, у него была аптечка, но мы сейчас ее сбили. Поэтому сейчас два танка пытаются ему помочь. Слушай, ну они еще одну доставку оформляют легкую. Опять же, благодаря тиммейтам, которые просто задержались к сопернику. Да, действительно, 30 секунд, и я думаю, это тоже похороны. Ой, ГГВП впервые, по-моему, он дал ультимативную молочко. Никуда не результативный, так сказать, овердрайв у нас получился. Ну, тут уже 20 секунд, и я думаю, ничего не смогут порешать Хомис. Главное, чтобы они порешали со своим моральным устоем, да, скажем так, что, ну, как Недарин сказала, майор, успокойся, там все в порядке, как бы Кортисол играет всегда со свежей головой и всегда угоманивает, так сказать, людей. Поэтому решающий четвертый раунд нас ожидает на Сандале, господа. Если ничего не изменится и Аврора побеждает, то мы с вами прощаемся. Да, вообще, я немного удивлена. Да я не просто удивлена, я вообще просто в шоке. Я планировала этот матч комментировать очень долго, потому что для меня эти команды были почти равные по силам. Ну, может, там кто-то в моменте покруче был, кто-то в моменте послабже, да. Но я никак не ожидала таких счетов. Во-первых, песок был просто разгромлен, особенно первый раунд. Во-вторых, сейчас Сандал. Но вот что-то не пошло опять у коллектива Хомис, да. И несмотря на то, что они выпустили все-таки своего Кракена, это Солеви, но вот как-то не получилось. Хотя благодаря Солеви именно этот флаг и был-то привезен. Ну, все-таки мы смотрим еще один раунд, и он на самом деле очень решает. Либо же у нас Солеви проигрывают, Солеви говорю, либо же у нас Хомис проигрывает в этой встрече, либо же они играют дальше следующую карту и пытаются обыграть всю эту ситуацию полностью. Да. Лично для себя я могу сказать, что я доволен то, что пришел сторис, как минимум, потому что если бы Хомис проиграли, да, данную встречу, если они, конечно, проиграют данную встречу, и они бы играли без сторис, я бы говорил то, что да, пришел бы сторис, и они бы там разыграли, да, победили бы. А теперь мы видим наглядно, что со сторисом они делают, я думаю, в перспективе однозначно уходят в перспективу. Но все равно им чего-то не достает, каких-то мощностей против команды Аврора. Да, главное, сейчас я очень сильно начинаю переживать за Кортизола, потому что я ни разу не видела, чтобы он столько раз проигрывал подряд раундов, поэтому... А, да. Ничего себе. Но обычно у них там все нормально, гладенько идет. Ну вот именно сейчас, вот именно комментирую их и понимаю, что, возможно, там будут какие-то, может быть, проблемки насчет, как ты сказал, там, морали. Но будем надеяться, что все в порядке. Обязательно надо потом будет у него узнать. У нас, кстати, есть уже выпадение овердрайва, подхватывает его Кортизол, а это значит, что он на заряженных и готов к бою. Интересно. Ну, все случается впервые, как сказать, это... Жаль, конечно, что против Авроры. Будем откровенно говорить, и я буду говорить честно, Аврора для меня это средняя команда, среднего звена. Пока что я не скажу, что они уровня легенд, хотя бы посмотрел. Ну, для меня просто, сейчас даже, я не знаю, я смотрю там команду Крю, смотрю там еще каких-то ребят, которых я совершенно не знаю, и достойны ли они реально находиться на высшем уровне, я пока еще не знаю. Увидим, когда уже начнется этап легенд непосредственно. Но вот для меня с такой вот игрой Аврора это средний уровень. Хомис команда чуть-чуть ниже среднего получается. Вот так вот. То есть это не низкий уровень, не любительский, но ниже среднего. Ну там в этапе легенд вообще будет жаркие бои. У нас тем временем произошли делиты, игра уже все началась. И, естественно, команды поменялись сторонами карт. Бонд уже начинает потихонечку заходить, правда, оставляет наполовину хп, там уже Филадельфия накидывает урон, у Бонда есть аптечка, что немаловажно. Сет Смайл. И, кстати, да, надо заметить, что Сет Смайл-то у нас отыгрывает не на Хантере, как это было на карте песке, а на Паладина Рикошете. Почему я раньше не обратил на это внимание? Я не спорю то, что, да, в чате написали, Аврора были топ-8. Я не спорю, что они были топ-8. Я сужу по мажору, когда играли Тимпы, Даймондс, Ред Нотис, Фрэнзи, Баттл Эксес, вот так. И я не спорю то, что в этапе чемпионов тоже есть средний уровень команд. Но их там 1-2. Все остальные — это вышка. И чтобы удостоиться реально титула вышки, надо, ну, прям...
потеть, надо прям играть, и этот титул не раздается кому угодно, понимаете? Этот титул будет оставаться у приблизительно 5-6 команд. Вот. Так, у нас был, кстати, выпущен шарик от 3F, который пересел, опять же, на расе вместо Crusader. Вот, но шарик был выпущен в никуда. Это просто команда потеряла свой овердрайв. Непонятно почему, он до сих пор, он там, кстати, где-то летит вдалеке. Ну и как будто расслабились, что ли, у нас коллектив Авроры. Я не знаю, вот уже прошло почти 2 минуты, да, они как-то странно себя немножечко ведут на карте, вот... Ну вот шарик меня напряг, вот очень напряг. Зачем он был выпущен? Если только для снятия Антоши, но Антоша там даже не цепанула. Бывает, у меня там маленькая дискуссия с человеком из чата, извиняюсь, я последний вопрос отвечу. Думаешь, в этом мажоре не потянут на топ-8? Я не могу, к сожалению, тебе сказать, потянут или нет. Я не знаю, кто в этапе легенд, вообще ни одного не знаю. Нет, я знаю коллективы, которые, да, там находятся, но я не знаю, как они играют, к сожалению. Там совершенно новая солянка, и я относительно недавно вернулся, да, скажем так. Я не знаю, к сожалению, как играют ребята из этапа легенд. Знаю, что там Крю просто, и меня уже удивляет немножко. С уважением к Константину, да, но все-таки немножко вопросы возникают. Как оказались некоторые команды в этапе легенд? Ты знаешь, Костя очень сильно подтянулся. Да. Последние игры, когда мы видели и наблюдали, он прям довольно неплохо отыгрывал. Сейчас, кстати, у нас была просто невероятная мясорубка за овердрайв. И кто-то взял из красного коллектива, но я не поняла, кто именно это сделал. Все-таки оверка не досталась у нас, Хомис. Есть у нас прожатие от Сетсмайла, который будет отвлекать на себя моментик. И даже сейчас пытается ухватить флажочек. Сосуля правильно, он нормально хотел заморозить. И у него это даже моментами получилось. Кстати, благодаря нему, ему... Флаг-то и не был увезен. А вот сейчас у нас Антоша. Антоша пытается увезти. Слушай, ну Антоша, ну-ка, Кортисол вернул. По поводу Хоми, интересный просто вопрос. Вот реально, он хотел реально так сделать, чтобы не попасть и заморозить двоих? Или он просто так случайно получилось? Ты знаешь, мне кажется, это все было специально. Потому что если бы он попал в одного, в этом нет никакого смысла. А так он заморозил двоих и даже немножко... Ну, как заморозил? Там на паладину, я не помню, действует. На двоих? По-моему, действует. Но в любом случае, это благодаря ему оба танка, они задержались. Потому что в паладину все равно там, да... как это назвать, ну, господи? Ну, вот от взрыва, волна вот эта, она все равно вот шумнула немного. Да, именно сплэш. А второй танк заморожен. Поэтому, да, тут, конечно, сделано все правильно. Я думаю, да, многие бы, кстати, сделали именно бы вот так вот об стену. Хотя, может быть, он просто и немножко промазал, и так получилось, да? А мы вот тут сейчас пытаемся выгораживать. Хоми такой, да, я так и хотел сделать, это моя фишка. Да, у нас 0-0, между прочим. Раунд-то близится к своему экватору, и Бон будет бороться за коробочку. Ой, тут много ультимативных уже пожертвовали, и все-таки Торис подбирает. И Лук, ой-ой, ничего себе, пахнет-то у нас увозом, Лук. Нету никого. Да, немножко врезался, ладно, хорошо, Лук. Да, это доставка. 1-0. И, наконец-таки, впервые за 3 раунда у нас Хомис начинает выходить вперед. А сейчас возможно... А, нет, невозможно. Опять же, зачем? Зачем? Куда вы выпускаете эти шарики? Непонятно. Вот для чего сейчас Левый выпустил шарик? Он думал, что его Crusader сейчас поедет и возьмет флаг? Только нет, он же не поехал. Почему нельзя это обговорить именно на голосе? Вы сидите в одной конференции. Вот непонятно как-то. Ну, считаю, что это ошибка. Учитывая, что овердрайв Арайса довольно долго копится. Посмотрим, чем там все закончится. Но пока что у нас половина раунда прошла. Один флаг доставлен именно от коллектива Хомис. Может, им повезет. А может, просто у нас Аврора не желает заканчивать вообще эту встречу. Да, и даст им шанс немного отыграться, чтобы потом дальше их аккуратненько вот так вот закрыть. Я уже, честно, не знаю, что и думать. Но все равно мне кажется, что... Сейчас у нас Аврора покажет, кто есть кто. Аврора? Ну, давай посмотрим. Посмотрим, смогут ли... Пока Бонд. Я вижу только одного Бонда, который так в соло против двоих. У него попытки вывести против Кортисола и Лука. Смотрится это крайне тяжело. Со слезами Бонду никто так и не помог. Смотрим дальше. Овердрайв на центре. Падает.
Хорошо, Бонд, и будет ли претендовать на все это движение? Выдвигается он, low ground, drop, соляви, так, ГВПМ, молоко будет ли отдавать, можно все оставлять спокойно, думаю, под Бонда здесь все, задача выполнена, кортисол чуть-чуть не успел, и овердрайв, ну, опять же, классный, трипл килл, окей, а дальше какие действия? Ну, увозит. Возит на... Ой, там ВП просто забрал душу его своим овердрайвом и не дал сделать увоз. Ну, 3,5 минуты, Аврора, давайте. Делайте какие-то уже движения своими танками, потому что иначе мы же будем смотреть еще одну карту. Кстати, хотелось бы на этот Иран посмотреть, как же там все-таки будет развиваться данная ситуация, но в любом случае посмотрим. Кстати, у нас у Утреев есть шарик Ареса, который он пока не юзает. Ну и смысла в этом нету. Ждет своих тиммейтов. Ой, была у нас Сосуля там тоже. Просто своего соперника на Крусейдере размазал по стеночке. Ну и продолжает находиться именно в этой позиционке. И вот он, возможно, долгожданный заход. У нас есть 3 танка с левой стороны от красной базы, которые просто направляются на флагшток соперника. Пассетсмайл уже наносит колоссальный урон, потеряет аптечку. ГГВП. А с другой стороны оставили флаг без присмотра. Лук пытается увести, но там 3F все-таки выпускает шарик. Лук остался буквально на одну тычку. Его надо просто вот так вот тюкнуть. Что, собственно, 3F и делает. Но там подхват не удается. И теперь у нас борьба РСов. Соляви против 3F. Кто же победит? Там еще ГГВП накинул урон. Поэтому 3F все-таки попытается сделать возврат флага. У него есть аптечка, что очень хорошо, поэтому возврат флага удается. Но если бы у него не было аптечки, то все, прощай флаг. Бонд там тоже, кстати, с фланга пытался что-то придумать. Его трупы помешали Антоша. По-моему, поменялись, да, сейчас вапнулись. Антоша сел на Крусейдера Рильсу, да, а да, как да, раз да. таки да, 3F у нас забрал Ареса. Да, Но это я уже сказал, потому что до этого они наоборот сетапами играли. Это я только сейчас заметил. Ничего страшного, я не заметила, что Псесмайл вообще в каком, получается, 3-м раунде отыгрывал на паладине. Оказывается, он играет на паладине. Так что это нормально, у нас такая напряженная борьба. Ну вот, кстати, из всех раундов, заметьте, именно этот раунд, 4-й, такой очень красочный, эпичный, потому что именно сейчас Авроре не удается привести флаг. Хотя... По ощущениям, они как будто немножко подрасслабились, потому что до этого они очень сильно давили своих соперников, а тут уже прям сложно. Но, возможно, это все-таки зависит именно от стороны карт, потому что здесь сложнее им с их базы заезжать. Кстати, по поводу такой юмора, ты говоришь по поводу... Я тоже не заметил Смайла вообще в этом раунде. Я думал, ты сейчас скажешь, и я бы тебя... Я подтвердил бы твои слова, потому что я обычно хвалю Седика Смайлика, но именно в этом раунде я не наблюдаю, я не вижу, ну, не знаю, где он находится. У него 193 очка, он находится на втором месте снизу. И мне кажется, это минимальный. Кортисол, второй флаг, а это заявка на камбэк уже получается. Тут уже на самом деле Аврора ничего не сделают, меньше минут остается, там буквально каких-то 40 секунд, они не успеют просто, ну хотя один они могут вполне, да, привести, но второй уже никак, поэтому все-таки мы увидим третью карту, мою долгожданную, я на самом деле этому очень рада. По поводу Сетсмайла, ты говоришь, вот на таб, да, нажимаешь, и он уже, кстати, на 3-м месте, и сверху, и снизу, но... Если бы у него было убийство меньше, чем, допустим, смертей, прям разница колоссальная, а не 17 на 19, как он сейчас идет, тогда можно было бы сослаться на то, что он постоянно на резку, поэтому не видно. Да? А ну-ка, Бонд, флаг почета. Не, все. Хорошо, 3-1. А вот интерес появляется, будет ли комбэк, это карта Ирана, это пик Авроры. Посмотрим, что они там придумают. По поводу, кстати, знаешь, Паладина, хочется вспомнить легенд Паладина, которыми я восхищался. Приведу, вот всегда его привожу в пример, это Лер. Вот финал мажора, как раз-таки, который был на моем дне рождения, Даймонцы против Team Pointers, и вот в той игре, как бы я не болел за тимпов, но ход, то есть Мазен, да, прям конкретно уступал Леру. Это был гений, это был маэстро, мастер, сенсей корпуса... Паладин. И... Ну, Лера сейчас до сих пор помнят, как обалденного просто паладинатор, или как это можно назвать? Именно паладинатор, по-другому не называется. Да. Не, на самом деле, Лерчик, он зарегистрировал, как это, зарегистрировал себя как отличный вообще паладин. Просто отличный.
И знаешь, в чем еще добавляет просто иронию? Мне нравится, что он начинал прям с самых низов, реально, парень, просто начинал с самых низов, и его только начинали замечать, я помню, у The Dreamers, когда его себе забрал сотника Ваня. Еще даже я помню, когда я в паблике видел Лера, просто он еще не был даже в команде, если я не ошибаюсь, и вот я его увидел в The Dreamers, и сотник тогда сказал, что Лера это будет легенда. Также, кстати, и вот из двух таких жестких апов, сразу же приходит на ум Ксия. Вот два прям такая двойная комбинация сильных игроков получилась. Ну, неплохо, неплохо, довольно неплохо. Вошли просто в историю, как отличные киберспортсмены, знающие свое дело. Есть у нас третья карта, поэтому сейчас ссылочка у нас будет, и она уже есть. Поехали туда. Да, я уже зашел, кстати. Угу. Ждем. Так, ну что, Иран? Что подарит нам Иран? Очень интересно. У тебя есть какие-то приблизительные уже ставочки на то, что кто же все-таки закончит этот матч? Вообще, вот сейчас, знаешь, такой именно момент. У меня темный экран в танках. Доброе утро, поздравляю. И знаешь, такой сейчас момент именно идет переломный. Максимально. И кто сейчас с ним справится, с этим переломным моментом? То есть Хомис. Камбэкнули раунд. И знаешь, вот я больше чем уверен, что у них в конференции был такой именно момент, когда они взяли его, они такие: да, давайте, мы сможем сейчас порвать их просто, дальше просто слюни со рта вот эти вот вылетают, и мы сможем, мы порвем их. А Аврора в этот момент говорит: ребята, так, собрались, у нас сейчас, окей, была ошибка, мы можем, сейчас наша карта, мы все сделаем. И вот эти вот две силы, они сейчас сойдутся в реально жестком поединке, и по итогу победит... реальная легенда. Реальная легенда, да, и тот, кто, я не знаю, просто молодец. Так, ну я надеюсь, что наши все на карте, правильно? Потому что у нас уже есть команда перезахода. Думаю, что наш оператор уже готов, и все тут в порядке. Да, согласна с тобой, грех не согласиться, переломный момент. И карта Иран сейчас, наверное, это прям вот самая-самая напрягательная ситуация, которая была из всех раундов, которые мы сейчас наблюдали. Да, и вот сейчас, именно сейчас, даже, мне кажется, не перед матчем была вот сильная интрига, да, между двумя командами, а именно в данный момент сохраняется реально жесткая интрига, потому что одни на подъеме, другие на полуподъеме, скажем так, но у них есть преимущество, и прям, это, не знаю, это просто гениально, сейчас такая ситуация, как будто мы сидим с тобой на финале мажора просто, я не знаю, очень крутая ситуация возникла. Впечатление, что просто Аврора немножко подрасслабились, почему-то четвертый раунд они не отыгрывали так, как они отыгрывали до этого, то есть даже если взять третий раунд Сандала, то там они все равно как-то более были активны, чем сейчас. Вот эти вот непонятные овердрайвы, допустим, которые у нас выпустил 3F, ну, шарик просто никуда, я тоже не понимаю. Причем в начале раунда зачем? Не пойму. Да, согласен. Но это, знаешь, происходит из-за того, да, мы сейчас правильно говорим, за почему они проиграли четвертый раунд, да? Или нет, или я упустил суть мысли? По поводу? Что ты говорила до этого? Повтори, пожалуйста. Я, возможно, неправильно тебя понял. Понятно. Шарик. Получается, в четвертом раунде у нас коллектив Аврора немножко отыграли, я бы сказала, немного слабее, чем они отыгрывали третий раунд. Да. Доброе утро. Вот, да, я ж об этом же, что они отыграли слабее. Это происходит из-за того, что ребята, опять же, повторюсь, на волне хайпа, три раунда позади, а-ля мы все можем, нас уже никто не остановит, якобы мы машины для убийц. Машины для убийства. И да, приходит такое расслабление, типа мы папы здесь, и никто нас не сможет остановить. А в этот момент, да, их квизави, скажем так, ну, Хомис получается, они наоборот собираются с мыслями, они наоборот напряжены, кровь бьет в голову, они максимально сконцентрированы, и за счет этого они выходят по процентному соотношению выше, чем их соперники. Ну, возможно, да. Вот, поэтому, я думаю, сейчас... Тут в любом случае, надо только догадываться, хотя вот в чате один у нас зритель, возможно, даже игрок как раз-таки именно коллектива Аврора, потому что там очень такая интересная заметка, так бы я сказала, типа, они поменялись по рофлу. Не знаю, он это или нет, но даже если так, я так предполагаю, речь идет о 3F и Антоше, которые поменялись просто сетапами.
Но в любом случае, карта Иран — это не та карта, где сейчас именно, начиная с этого раунда, да, нужно что-то прикалываться, там, угораете, какой-то рофл. Вот, поэтому сейчас уже, да, сейчас уже все по-серьезному, детские игры прошли, поэтому все, элиты прошли, самое главное, и началась борьба. Да, погнали, ребята, прямо сейчас. Мы, наверное, продублируем уже долго, у меня давно этого не было. Аврора против Хомис. У нас уже пятый раунд. Для вас специально комментирует я, майор Кэмэл. Моя напарница Мисс Хаус Дарина. И за картинку отвечает Даллас. Полетели Иран. Так, ну что ж, есть подхват у нас от Габелла, красного коллектива. Пытается увести борется он с Элеви. С Элеви остается на дутычку, и Габелла теряет аптечку. Вылетает на Кортизола, который тем временем пытается его убить. Есть аптечка, и это возврат флага. Но там на тоненького было просто, потому что тиммейт мог бы помочь, но, к сожалению, не успел. Но заход-то был уже на первой минуте от начала раунда, и это был опасный момент. Да, это было, кстати, реально опасно. Сейчас, а ну-ка, Кортизол. Кортизол по крышам, как и настоящий паркур-мастер. Наблюдаем. Он случайно в паркурных мероприятиях не участвовал, данный игрок. Так, помню, ладно. Такого, не помню. Я думаю, вряд ли. Я знаю, по-моему, что Кортизол раньше был бывшим киберкотлетой. Тут не могу сказать, потому что с данным игроком я познакомилась только когда он к нам пришел, хотя, ну, вроде ходили слухи, да, что он там что-то вроде что-то делал. Филадельфия на тем временем прожимается вдвоих, и сейчас у нас Лок будет увозить, пока Филадельфия будет разбираться с РСом, но не получается. Лок у нас идет на ковры и на Бонда, прям вскакивает. Тот, в свою очередь, добивает его, и остается на немножечко ХП, уходит на Дэвид, но там, неважно, его убили, флаг возвращен. Все, теперь идет, и видно, что за Рубой никто из коллективов не пытается уступить и борются до последнего. Дольче Габбана уже тут как тут. Low HP, предпосылок мало на увоз, в принципе. Антоша, ой, приходится ли, просто мощнейшей тычкой грома забивает просто Дольче. Антоша тоже отваливается, его хоми там порешал, кстати. Ой, интересное, опять не помню, упоминал это или нет, но Crusader Striker у нас сейчас, а не Crusader Лиса. Такая вот комбинация. Кстати, довольно интересно, потому что, нет, я не упоминала, и как решает Сотников, как он обычно говорит. Я его, кстати, слова запомнила, так как сама на курсе отыгрывала. То, что на Иране только прям самые опытные могут себе позволить именно как раз-таки одевать сетап Крусейдера Страйкер. Потому что, ну, с лицой могут сыграть многие. А сейчас у нас, пока я это говорила, Кортизол вжался, но у нас пытается Филадельфию уйти, ГГВП. Отличное прожатие, опять же. В двоих там, по-моему, да? Или нет? Да, попал, по-моему. Ага, ну все равно в любом случае. Лучше флаг увезен. А ведь какой был заход, согласись? Там Кортизол нормально так наяривал по соперникам. Да, согласен. Но ГГБП вовремя, крайне вовремя он воспользовался ультимативной. Задефил, иначе действительно это грозило бы 1-0. А вот Хоми! Хоми как будто только сейчас разыгрался, если честно. Не знаю, он делает какие-то невероятные вещи, сольные заходы. Лук, вот он есть бэкграунд, отлично, паладин будет готов, если что, переходить флаг. Дольче у нас заканчивается, а вот Хоми едет. И Бонд, Кортизол, прожать! Ой, как же грамотно Бонд! И не подставился, и через рикошеты завалил, но здесь уже есть Леви. Да ладно, это будет первая доставка, ничего пока не произойдет. Шарик, Селеви и Хоми 1-0. Хомис проснулись. Ну, по-моему, отлично. Отличная произошла доставка, хоть и сложная, но там даже в моменте Селеви пришлось овердрайв сжать в деф, хотя это было и лишнее, несмотря на то, что паладин там прожимался. Ну, в любом случае, доставка бы произошла, да, как бы, а сейчас они теряют шарик. Но теперь нужно кинуть свои силы на контроль овердрайва. У нас Лок тут занимает верхнюю позицию на красной базе, и все-таки он не будет. Нет, не будет, попытка-то не будет. Дольче Кабана просто тушит и устраняет эту попытку на корню еще в зародыше, а тем временем у нас на центре выпадает очередная коробка овердрайва, там идет уже невероятная борьба, Филадельфия не успевает, Целевия будет забирать данную коробку. Слушай, ну неужели все-таки Сторис у нас решал для этой команды, и что-то получится в этом раунде? Слушай, мне кажется, уже все, в принципе, реально. Уже получилось, да? Каждый, знаешь, как будто мне кажется, что каждый флаг от Хомис — это плюс одно угнетение для Авроры. Вот не знаю почему, и как будто Хомис, чем дальше будут приходить к успеху, тем хуже будет становиться морально для Авроры. Почему-то кажется мне так, я не знаю, но посмотрим, как они справятся. Пока что 1-0, у Хомис все хорошо, они... Вот сейчас игра идет 50 на 50, реально, даже может 51 на 49, и Хомис чуть-чуть находится в верхней позиции. Ладно, будем наблюдать, у нас еще 5 минут есть на этом иране.
Так, определенно так и есть. И, кстати, Красного коллектива вообще почти не выпускают со своей базы. Но вот сейчас, кстати, да, они улетучили момент. Там сосулья была отлично по вражескому аресу. А Паладин занимает позицию против Кортизола, будет бороться. Но он играет в одного, поэтому особо там можно... А, нет, хотя смотреть сразу, прям то, как только я сказала, к нему два тиммейта просто пришли, и вот они уже в 3К будут отыгрывать. Бонд, Габелла начинают продавлять этот фланг. А Кортизол просто берет и с другой стороны заезжает и начинает по ним лупить. Ну, отлично, что можно сказать. По урону, по крайней мере, поработает. Так, у нас Крусейдер будет пытаться по Антоше свестись и наказать его немного за то, что он так открыто играл. Ну и, в принципе, наказал, но там еще и 3F есть, который также отправится на респаун. Ну и, опять же, очередная коробка овердрайва будет выпадать на центре. И сейчас бы в идеале отдать Кортизолу, но они сейчас это именно будут делать. И вот уже у нас очередной заход. Филадельфия на половину ХП. Пытается дернуть флаг на мид, но будет убит жестко от страйкера от 3F. Ну и пока что на этом все. Мне там понравилось, Филадельфия вообще 1-2 каким-то образом выигрывает, непонятным образом. У нас там, Габелла, ну... Габелла сейчас везет на центр флаг, и Антоша под шарик, пытаются они сейчас сделать эту доставку, там ответный шарик от Целеви, и он попадает и уничтожает просто, ну это возврат. Они почти довезли, ты представляешь, как им сейчас обидно? Я думаю, очень обидно сейчас. Вообще минус мораль. Крайне обидно. Как у нас говорит Кортизол, ну все, это минус мораль. Да. Неплохо. Так, но есть овердрайвы. Смотрим. ГГВП, как минимум, это Хантера Фриза, которая сейчас охотится за Хоми. Отлетел. Филадельфия. Так, на ГГВП. ГГВП. Проблемы. Побеждает в этом Филадельфия. ПВП, но он и был подвязан больше на ХП. Дольче доезжает, но уже битый крайний. И ничего не произойдет. Здесь уже 3 минуты, даже ничего себе. 1-0, все счет, и Хомис впереди. Как же это жестко, просто 3F. Хорошо, вот сейчас нужно будет бэкграундить 3F, защищать, дефилировать ГГВП. Там опаснейший Филадельфия едет, нужно угоманивать его в срочном порядке, просто максимально. Кортизол сразу же понимает, что он может спасти эту ситуацию. В принципе, от лука тоже многое зависит. Убивает вражеского флагоноса с красной стороны. И Целеви на матрасе. Добрый вечер, говорит, ребята, я, пожалуй, верну выбил. А на самом деле до этого буквально за 30 секунд Кортизол допустил ошибку колоссальную. Но сейчас, конечно, уже эта ошибка не имеет значения, так как он подобрал оверку. Но когда у него не было овердрайва, он приехал с готовым овером на половину ХП, прожимается в двоих и его выносит. Он даже первый выстрел там, по-моему, только успел сделать. И все. То есть вот это была ошибка с его стороны колоссальная. Как раз в моменте, когда у нас красный коллектив увозил флаг. Но сейчас у нас есть Дольче Габбана, который прожался и отвлекает внимание на себя. Бон, с другой стороны, надо добивать. И там есть Филадельфия, никто его не ожидает увидеть. А он вот так вот на заморозке в деф решил поиграть. И нет, его выносят, кстати. Выносят, Кортизол прожимается, сосуль, отлично. Флаг задефили, но опять же, Кортизолу не стоило прожиматься. Такое ощущение, как будто у них в команде немножко хромает информация. То есть, если там есть сосуля, зачем так рисковать и прожимать второй овердрайв, потому что Кортизол опять овер просто выпустил молоко. Есть у нас подхват от 3ВФ, но он не имеет особо внимания, так как там на половину ХП. Ну и на этом все. 1.5 минуты остается, и если сейчас не произойдет чудо для Авроры, то этот раунд останется за Хомис. А это уже 3-2, а это... Но опять же, находятся они на волоске, им проигрывать... Им даже в ничью просто, вот в чем проблема. Нельзя выходить Хомисом. Это действительно, действительно проблема. Был бы один сейвовый результат, скажем так, запасной, но здесь только победа устраивает. Хорошо, 1-0, минута. За минуту решается этот вопрос. Достаточно привести Авроре один флаг, и на этом все... Этот ужас, я, наверное, думаю, уже для них закончится. ГВП убивает, будет бороться. Оставит ли под Антошу или все-таки нет. Уезжает ГВП под Бонд. Да, конечно же, Викинга Мола здесь оказывается тут, как тут, в нужное время. И буду думать. Я думаю, будет однозначно финальная атака от Аврора. А где Смайл? У меня такой вопрос. Почему его нету? Смайл, действительно. То есть ты понял, да? То есть его вообще как бы нету. И в этом раунде, может быть, поэтому у них ничего не получается. Ни Дианочки, ни Сет Смайла. Никого, собственно, нету. И что-то идет явно не так. Может быть, на следующий раунд? А, очень интересно, а кто заменяет-то, погоди, вообще? Я так предполагаю, Бонд, потому что у нас и Антоша, Дольче Габбана, 3F, ГГВП, они все у нас были. У нас не было Бонда.
И сейчас, да, у нас, кстати, Габбана там. Почему Габбана, если Габбана? Почему Габбана? Габбана увозит. И, кстати, это будет доставка. И это ничья. Это Габбана. Это конечная. Это Габбана. Все, это конечно. То есть на последних секундах там сколько? 12 секунд они увозили флаг и все. Все. Ну вот, вот, вот. А так все хорошо начиналось. Понимаешь, так Хомис старались. Но, к сожалению, для Хомис Аврора все-таки упустила. Точнее, да, она не дала возможность своим соперникам просто сделать этот камбэк, да, и показать, на что они способны. Просто на последних секундах их затушила. Как по мне, бой был настолько мега интересный и напрягающий. Хотя я думала, что даже в начальных раундах будет намного красочнее. Но Аврора молодцы, что сказать. Они показали, что они более подготовленные, да, и у них все отлично получилось. Поэтому я их от души поздравляю и благодарю обе команды за то, что они показали нам интересный бой. Да, да, знаешь, что я, наверное, буду тогда прощаться с людьми, Дарин. Да, конечно, будет. У нас там, кстати, давайте. Да, параллельно сейчас идет трансляция на 21.00 на втором канале, где играют ВВС и КАН, поэтому обязательно туда переходите. Вот, заключительное слово скажет майор, а я тоже с вами попрощаюсь. Всем до скорого. Что ж, дорогие друзья, мы официально к нашей команде поздравляем Аврору. Это была не самая легкая прогулка однозначно. Хомис реабилитировались, за что мы отдаем им честь, уважение и отвагу. Было классно, было реально круто, хоть и 3-1, но это были потные реально 3-1. Хотя первые, ну, на песочнице были, конечно, такие смазанные. Не очень, коротко говоря. Ладно, не буду вас задерживать, переходите на следующий матч, ребят. Мы с вами прощаемся. Всем спасибо и до скорых встреч.